Отдал машину в ремонт, но ее угнали. Владелец автомобиля «Лада» вернулся за транспортным средством в сервис, но там его не оказалось. Мужчина позвонил в милицию. Выяснилось, машину угнал автослесарь, чтобы съездить на ней за алкоголем. По дороге его остановили сотрудники ГАИ. Работник автосервиса уже был пьян и не имел права управления транспортным средством. Установлено, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также угон при аналогичных обстоятельствах. Судом Лидского района он признан виновным в угоне, совершенном повторно, а также в управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенным лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьей 317 прим. Уголовного кодекса. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года со штрафом 220 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет. К назначенному наказанию ему также присоединено дополнительное наказание, а именно неотбытое по предыдущему приговору суда. Приговор вступил в законную силу.